What is happiness for you? Доброго времени суток. Вот вам прекрасный пример того, как вырастить мицелий в контейнерах. Если у вас нету специальной посуды, то есть вы на каком-то начальном этапе пробуете свои силы в области производства мицелия, и вам не нужно, скажем, на данном этапе покупать там партию в 1000 пакетов для производства мицелия, то для производства небольшого количества посевного материала вы можете использовать обыкновенные пластиковые контейнеры. На этой фотографии трудно определить, какого объема вот эти контейнеры. На самом деле они выглядят вот довольно-таки внушительными. Здесь помещаются приблизительно эти контейнеры на 3-4 килограмма вот зерна, которое находится в них. Значит, зерно предварительно стерилизовано в автоклаве. Понятным образом, что такие контейнеры помещать в автоклав нельзя, иначе они расплавятся. Это полиэтиленовые контейнеры. После стерилизации зерна, добавление буферного, то есть после добавления в зерно буферного состава, предварительно подготовление этого зерна, оно стерилизовалось в автоклаве. В дальнейшем стерильное зерно выложено в стерильные контейнеры, которые для стерильности обработаны составом спирта или изофармина. И закрыты крышкой, вот защелкнуты такими вот ручками. Сам фильтр изготовлен из стерильной ваты, которая продается в аптеке. И таким вот образом видим, что здесь на этой фотографии 5 контейнеров уже с полностью заросшим зерном, то есть уже мицелий готовый к использованию. О чем говорит эта фотография? Она говорит о том, что вот таким вот способом, если нету других возможностей, можно просто готовить для себя посевной материал грибов и не искать себе каких-то других приспособлений. Как говорил когда-то Филиас Фог в очень одном известном мультфильме: используй то, что под рукой, и не ищи себе другое.